это 1000 стоит, 250 лир. Такой цвет приятный. Штанишки какие бархатные. Ну, они необычные. Горчичный. Сколько он стоит? 1250, это 4000 гривен. Какие машинки красивые. А это вообще вон какая симпатичная. Он открывается как да. Где цена? 300 гривен платье. 350. Не знаю. Ничего. Не понимаю, что я хочу. Если бы я тебе вот такой вот привез, бы купил бы и привез. Кармашку. Очень хорошо. Если честно, то очень тебе хорошо. 59 лир стоят мужские штаны. Это сколько гривен или долларов? 69. 250 гривен. Застегивается? Мне кажется, она тебе маленькая в рукаве. Слышишь? Тебе маленькая в рукаве. Она мне не маленькая. Да? Мальчики, конечно. Это вообще супер. Мне все маечки нравятся турецкие. Мадам сувениры, ему подарочки нужно. Вау, смотри, как прикольно. Кататься тут. Развлечения для детей. Одежда. Симпатично. Жара, конечно, конкретная. Фонтаны. Фонтаны. Прям плюхайся и купайся тут. Апельсины? Апельсины? Это дерево какое-то красивое. С разными цветами. На этом лифте. Ой, лифте. Что я говорю? Блин, вообще. Мостик. Фоткаемся? Какие места, да, интересные? Мостик такой симпатичный. Вспомнила. Учкоду. Три колодца. Защити нас от солнца. И спасительный круг. Учкуду. И места мы ходим. Видите? Все, сухая трава. Жары сразу же, моментально. Или есть денек. Сажайте эти большие деревья. Что это за деревья такие, а? Такие красивые. Я устала. Помогите. Это за растения.
необычный вообще. Кафе зашли, вот это самое дешевое, 12, с мясом, да. Это с сыром, мне этот сыром понравился. Это как они называют эту штуку? А? А, биде? Вот что у нас там. Положили лепешечку такую и воду. Поняла. Они нам положили вот это все и сказали no money. И вот думаешь, есть это или нет. А то потом скажут такую цену. А ты что ешь? Сейчас скажут, это стоит дорого. Ой, лепешечка. Ну, сразу видно, Владик проголодался. А ему все равно. No money или не no money. Обстановка ташкентская. Этот салат напоминает о Ташкенте. Это лепешка. Вот такой кисленький, вот как он называется, забыла. Сюзьма. Сюзьма. Вообще Ташкент конкретный. Обстановка вот бакалайка. Это лучок, все вообще. Я тебя расцелую. Давай. Наели салатов, вот нам принесли. Вот это вкуснятина. И футболочки стоят вот, понятно? 35 гривен. 35 гривен. На любой вкус, какой хочешь, Игора. Прогуливаясь, зашли в такой хороший магазинчик. Ну, правда, такие были дешевые вот кроссы. И мы их взяли для Софии. Она была такая довольна. Сейчас у них ходит этот подарочек. Но там трикотаж вообще такой, ну, доступные цены. Приятные на ощупь. Из моих очень. Прикольно так. Такая юбка есть. Коричневая. Легкие. Воздушные такие. Ну, Владик тут присмотрел себе золотистую мальчику. Не себе, а мне. Платьюшки. Одна, другое лучше. Вот это вот такая с кармашками удобная. По дому ходить. Ну, в общем, красота. Выбор такой большой. Такой вообще. Вот это юбка, штаны. Такие оригинальные. Мне там все понравилось. Жалко, у нас много не было денег. Я, наверное, там все бы закупила. Потому что цены такие доступные. И приятные, в общем, спортивные костюмчики, штанишки. Ой, одно блаженство. Вот, а вот это тоже мне понравилось. Это получается 90 лир. Вот, такой зелененький. Такой приятный. Есть различных цветов, какие хочешь. Ну, это сейчас как сейчас вот современные носят. Чем проще, тем красивее, тем моднее. Мы довольны поездкой. Вот эти рубашечки такие приятные. И цветом, и легкостью своей. Вообще, какое разнообразие, прям смотрите. Ну, мы довольны поездкой. Полочки такие. Платье 100 гривен. Платье 100 гривен, что ли? Да. Конечно, цены хорошие. Гранаты, ребята, прям на деревьях растут. Вот это да, красота. За ней игрушечная, игрушечная бибика. А-а-а. Какая классная. Это кровати, наверное. Слышь, это кровати для детей, прикинь. Вот это да. Какие красивые растения. Что это за растения? Необычные вообще, много всяких цветов красивых, а? Другого лучше, пахнет, да? Блин, красота. Благо... Сколько симпатично. Комфортно в автобусах таких ехать, да? Кондиционер. Почему? Вообще широкий, большой. Шикарное платье
приталенная вообще. С кармашка. А, какая пена! Вообще кайф! Вау! Все, папа пошел, пошел! В море! Какая красота! Эти волны с горячим песком. Я песню вспомнила. Красавчик. О, как его качает вообще. Я потом занялся. Вообще класс. Вашему вниманию представляю отдыхающего Владика. Отдыхающего. Шишки крупные, да? Вон сколько. И ни одна не на земле, все наверху. Ни одной на земле. Примеряю очки, никак себе найти. На свой нос не могу. Что это? Скажите, пожалуйста. Мне нравится. Вот наш ужин. Это мой ужин. Купили инжир. Смотрите, какой. Какой же он сладкий-присладкий. Вообще эти вкусные семечки. Это семечки нашего детства. Да. Вспомнила я в Ташкенте на Морозово. Вот эти солененькие, вкусненькие.